Здравствуйте, я Зундыл Ама, гороскоп Зурхай на телеканале АТВ. 10 ноября, 13 лунный день, стихия ветер, два черных манга. День благоприятен людям года дракона. День благоприятен для призвания богатства и удачи, ношения новой одежды для приручения животных, проведения праздников, обмена вещами и их получения. В этот день плохо учинять ссору и затеивать вражду, остерегайтесь сквозняков, болезней ветра. До отца не проходит хурал, шагдар нам сарай. Стрижка волос к счастью. И помните, человек сам выбирает, страдать ему или нет, выбирая свою реакцию на ту или иную ситуацию. Пантеон буддийских божеств насчитывает десятки будд и бодхисаттв. Чаще всего они имеют мужское обличие, но среди них встречаются такие же и женские божества. Маричи – это тара, которая избавляет от всех болезней. Она безмятежно сидит на лотосе и на лунном диске. Цветок, в свою очередь, располагается на повозке, которая управляет 7 кабанов. У Маричи 3 лица. Справа белого цвета, посередине желтого, слева красного. Несколько рук и они переплетаются между собой. Каждая несет в себе определенный смысл. Две скрещенные у груди в мудрой проповеди сдерживают колосок. Остальные держат ваджру, иглу, целебный листочек и кувшин с нектаром. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные в установке, надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.